Замена в футбольном клубе «Городея». Вместо Игоря Желана, играя под номером 32, в игру вступил Степан Кунцевич, номер 7. Замена в футбольном клубе «Минск». Вместо Дмитрия Прищепа, игравшего под номером 5, в игру вступил Илья Софи, номер 14. Yeah.
Thank you.
Замена состава футбольного клуба «Минск». Вместо Алексея Якуевича Грачев под номером 17. В игру вступил Александр Бондаренко, номер 18. Клуба «Минск» на 60-й минуте забил Бултевич Павел, номер 10 Кубинки в городе. Замена футбольного клуба города «Минска» Дмитрия Семенского Грашева под номером 20. В игру вступил Артем Велович, номер 25. Вместо игрока выступался под номером 21 Сергей Кучмеля. В игру вступил Ростислав Чаев, номер 11. Удар! 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 Удар!
поставили первую руку игроку под номером 3. За игру вступил он в шайбу номер 4. Замена состава футбольного клуба «Минск». Место Павла Горбача, игравшего под номером 9. В игру вступил Виолет Луч номер 7. Футбольного клуба «Городия» на 67 минуте забил Антон Лунник, номер 11, футбольный клуб «Минск».
Давай, держи, держи, держи!
Женя, больше не хвали! Аккуратно играй! Замена в составе футбольного клуба «Минск». Минск Антона Новика, игравшего под номером 11, в игру вступил Максим Лотош, номер 21.
Сделался, сдержит за майку.
Основное время второго тайма добавлено минимум 3 минуты. Это кого-то играет? Не
Маша,